Супермаркеты готовятся к новогодним праздникам. В продуктовых магазинах пока не слишком многолюдно, а основной ажиотаж начнется в выходные. В рубрике «Корзина» расскажем, какие цены ждут нас под занавес уходящего года. Две недели назад я оставила в супермаркете 532 рубля 99 копеек. Посмотрим, как изменились цены за это время. Заведите себе полезную привычку. Съедайте по 2 яблока в день. Всего 2 яблока содержат суточную норму пищевых волокон. Но будьте осторожны. При гастрите и язвенной болезни яблоки противопоказаны. Килограмм яблок стоит сегодня 80 рублей 49 копеек. Если вам нужно сохранить огурцы свежими как можно дольше, заверните их в бумагу и положите в холодильник. В таком виде они могут храниться до 2 недель. Килограмм огурцов стоит на этой неделе 120 рублей 79 копеек. Чтобы картошка фри получилась хрустящей, перед жаркой замочите на 10 минут в холодной воде, а потом обсушите полотенцем. Килограмм картошки стоит на этой неделе 16 рублей 99 копеек. Яйца разных категорий различаются по весу. Самые маленькие, четвертой категории, весят всего 40 граммов. Яйца высшей категории в 2 раза тяжелее. В них больше белка и желтка. Берем десяток яиц за 52 рубля 99 копеек. Что тяжелее, вода или молоко? На самом деле плотность молока больше плотности воды, поэтому молоко тяжелее. Капля молока высокой жирности тонет в стакане воды. Так, кстати, можно определить качество продукта. Упаковку молока покупаем за 44 рубля 99 копеек. Пока мы привыкали к кошкам породы сфинкс, израильские ученые вывели курочек-сфинксов. Да, у них действительно нет перьев. Птица очень плохо переносит жару и без шубки ей гораздо комфортнее. Наш цыпленок привычный, российский, стоит по 152 рубля 99 копеек за килограмм. Оказывается, сахар сахару рознь. Он может быть сладким или очень сладким, в зависимости от состава. Обращайте внимание на ГОСТ. Более сладкий продукт маркируется цифрами 22,94. Покупаем сахар по 25 рублей 99 копеек за килограмм. Столовые ложки растительного масла содержится целых 150 калорий. Помните об этом, когда будете готовить новогодние салаты. Растительное масло стоит на этой неделе 56 рублей 49 копеек. За несколько дней до Нового года я оставила в супермаркете 527 рублей 23 копейки. В следующий раз приду сюда уже в 2020 году. Юлия Пегушна, Феликс Расихин, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24».